Здорово, пацаны! А эпопейные гонки вернулись, и знаете, сегодня новые условия. Во-первых, мы с Максой сняли одинаковые тачки, абсолютно идентичные, чтобы было максимально киберспортивно. Момент номер два. Мы придумали максимально бредовый, но интересный маршрут. Мы стартуем от ключика на пляже, далее мы едем на стройку, арендовываем велосипеды, отправляемся в гетто, оттуда забираем следующую машину, летим в Индию, ну, я думаю, вы понимаете, что за Индия, вот прям сюда, и финишируем вот здесь, через всю карту. На велосипедах, на драндулетах, на абсолютно одинаковых машинах. Ставка миллион, кто победит, узнаешь в конце видео. Мы приняли решение, что на каждой гонке мы берем одинаковые тачки. Сейчас у нас, пацаны, Lamborghini Urus. А какие будут дальше, ты узнаешь следующим, в общем-то, этапом. В конце, кстати, тачка, которая вышла со мной. И она очень быстрая. Это самая дорогая машина, которая была доступна. Мы ее арендовали. Это во-первых. А во-вторых, я сейчас покушаю. А во-вторых, что скажешь? Слушай, у нас реально одинаковые один в один, только диски разные. У тебя, конечно, получше диски будут. У меня что-то вообще такое все. Ну, у нас они даже белые, что? Ну, у меня 58, у тебя 58. Это Creed Edition вот этого самого реперка, понимаешь? А, да не, не знаю такого. Но нейм какой-то. Да-да-да, сплит какой-то там что-то. Сплит? Я даблдаун делаю обычно. Ну, окей. Are you fucking ready? Главное, чтобы ты себя снял был даблдауном. И не Дамблдором, блядь. А мы выезжаем по киберспортивному нормально. Не колдуй, начальник, блядь. Давай, негодяй. Так уже стало ничего не понятно, что ты мне шутишь. Потемнело от этих шуток, сука. Короче, я думаю, вы поймете все поэтапно, но мы уже реально трясемся. Мы не хотим стартовать, потому что очкуем. Но гонки настоящие, живые, поэтому начнем прямо сейчас. Погнали. Да, раз, два, три, go! А ты какая? Бля, ну тормози, тормози. Наш не говорили, на что мы стартуем. Я поехал на два. Давай, на go, давай. Давай, раз. Раз, два, три, go! Ой-ой-ой, с букса сдал! А про буксовочку-то надо было делать, Алёша. Тогда надо воздушный пикет брать. Иди сюда. Слушай, вот тут сейчас же все решает по факту. Если какая-то машина в тебя влетает или в меня, то все. Бля, так это, а когда это не решало? Погоди. Ну, блядь, блин, иногда могло. Дебил, ты почему такие маневры совершаешь в последний момент? Иногда можно было, знаешь, как неприятно бы машину залутать такую, что тебе приходилось потеть, а иногда ты просто ехал, попивая смузи у себя. Да, но ее переворачивает на каждом повороте очково. И вот каждый поворот ты входишь, а там типочек, который 200 вот так летит, ага. Ай! Уебан! Ты что сделал? Это ты сам дерьмо устроил. Ты ебанат. Ты меня зачем сюда закинул? Я ничего вообще не сотворял такого подобного. Блядь, да я сейчас... Подожди меня. Ты там уже едешь, блядь? А чё он едет? Блядь. Охуел! А как ты думал? А я тебе помог, дебил. Я бы тебе так не подсказал. Он тебя сейчас поедет, сука. Мне нужен транспорт. Да, конечно, там мне вопросы задает. Так, а побыстрее будет велосипед наличными? А, мне нельзя больше трех арендовать, погоди. Надо машину сдать в аренду, Алёша, тебе. Блять, а ты что не сказал, сука? А, я тебе что-то должен говориться. Я просто тебя потомлю, у меня есть преимущество. Я смотрю на Алёшу, я-то самурай, я у меня нет цели. Зачем я его подтолкнул? Мне нужен транспорт. Да, конечно. Ты какой взял? BMX? Все, Лёха там... Да нет. Еду. На арену лор, чтобы ты понимал, ты сразу картинги какие-то начали проезжать. Непонятные вообще автомобили. Я тулю. Пацаны, я поехал в Тулу. Ты где едешь? Сколько у тебя осталось, кстати, расстояние? Да показывает 800 метров. О, так я не так отстаю, у меня 900. А, так это вон он спереди, ты заправку, да, проехал? Да. Ебать, жми, дурень. Заправочный экспонат. Блять. Наверное, я зря, конечно, Леху сейчас просто ждал, потому что я понимаю, что не так... Не, все нормально, да тут не прям преимущество, какое это преимущество? Ой. С горочки вообще с кайфом поехала. Ты по тротуарчику, по какому-то там, по этой херне поехал. Я потому что человек, я переживаю за свою жизнь. Едь, жми, сука. Колыван, бля, прошу тебя, жми. Догоняй. Догоняй. Негодяй. И мы здесь берем спайдер. Ламбу, спайдер, да. Спидер. Осуждаю. А это английский такой. Так, я выехал. Блять.
Блять, куда я поехал? А чё, да, блять, она дрифтовая, ты чё, блять, в смысле ропишь? Дрифтовая? Но он, у него преимущество вообще какое-то безумное. Я как Олег Тиньков, блядь, только прикатился. Да тормози, блядь! Едем в Индию, пацаны. Отправляемся в индущачью, блядь. В индущачью? Ты по памяти едешь или по карте? Машина! Я проехал утилизационный сбор. Ты проехал так, блядь? А как мне ехать-то, блядь? Я по навигации. Блядь. Я переживаю, Лёха, лямчик. Я по наебации. Не-не-не, поехал я так. На чуть... 3 литра в машине, блядь! Заправляйся, давай! 3 литра! Ты не доедешь, блядь! 3 литра, нахуй! Вот оно, отыгрался. Нормально, нормально. 3 литра, сука, это какая-то подставная. Блядь, да какую стройку? Ёбаный рот, что происходит? Да что происходит? У тебя так, есть время будет... заправиться? Ну пизда просто. Там по пути просто. Как раз была заправка, надеюсь. Спасибо, спасибо. А, да-да-да-да-да. Ну, блядь, да перевернись. Ну, пожалуйста, да, блядь. Пиздец, еще и заедь, заправь эту хуйню. Ужасная гонка, я просто премиум, не понимаю. Прогружайся. Да куда она летает, это что за самолет, блядь? Заливайся. Я три раза газанул, блядь, я уже взлетел. Давай, быстрее, зачем я фул заливаю-то, я не понимаю. Ты блан... Никто не знаешь, не спасибо не скажет, такое дерьмо. Бля, главное, чтобы моя там следующая машина, пацаны, которую вы еще не знаете, что за машина, она была забрана. Ты через что поехал? Я через казик еду, ты где? Через казик? Я по левой стороне еду. По какой левой? Ну, мне по навигатору показывают так. Со стороны военки. Да ладно! Абсолютно разные категории вообще. Я без навигатора, я решил себе довериться, я вспомнил, есть маршрут короче. Ну, короче, есть и чё. Короче, просто есть маршрут. Я тебе вот про что. Короче, имеется маршрут. Ну, короче, ну типа лол, тактика. Короче. Ну да, 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 короче, да, да. Блин, только я вот тебе не скажу. Сколько ты едешь? Я 340 ехал. О, 341. Чичо, чичи. Чичи? Продавала кирпичи? За веревку дернул? Потихоньку, слушай, блядь, я чуть не пернула сейчас, это пиздец. 320, не, не, они одинаково должны ехать, 100%. Да не, 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 ну ничего не одинаково. У кого-то фу, у кого-то не фу. Вот 341 сейчас. А, ну у меня так сейчас же, да. Сейчас аппаратура разогналась. Сколько у тебя там остается до точки? 3 километра. Блять, примерно так же по фону. Только с другой стороны. Блять. Подвисло, да сука, да что за подвисло? Еду, пацаны, подвисло. Мчу. Повидло. Короче, я уже, ну, прям очень близок. Да я тоже, я вот уже, да, я вот уже туннельчик этот легендарный проехал. Ёпта, блядь, так вообще тогда один в один идётся. Один в один идётся, я да. Я еще и заправку ехал, сделал, ёптать. Ебать, так вообще все наравне, только мы еще с разных сторон едем. Бля! Сейчас друг другу еще врежемся, дурака. Сейчас надо на завод будем, на маршрут поставить, без маршрута там не точно не доедешь, блядь. Без маршрута тяжело будет, да. Так, так, беру машину. Да ну нахуй! Да пизжу, пизжу. Подъехал тоже, сука! Я первый, ну-ка съебался. Да съебался ты нахуй. Лагает! Отлагало. Где это? Квадро Витэш. Блять, ты нахуй на мне! Маршрут, поехали. Она, сука, дрифтовая, куда? Едем. Она такая. Сука, как он так быстрее, шустрее. Бля, чё, да врезался уёбище, прикинь! Так, эта машина, кстати, из кибертрака, из киберпанка. Из кибертрака сейчас будет. Ну, она, сука, она как он в меня врезался, за что? Ну, какая-то кармическая хурма произошла. Да это пиздец. Я так скажу. Вот это сейчас могло очень многое решить, бля. Бля, я даже лучше буду притормаживать, потому что она реально такая, прям очень тугая. Он на дороге, как будто бы вот уворачивался от тебя и влетел в меня, когда я ехал сзади. Бля, ну а я по понял, факту, я да, понял, да. Ты в туннеле, да, или выехал? Выехал из туннеля. А я заехал, сука. Ну это небольшая разница, 200 а метров. А я заехал, сука. А так, я ну врежься в него, ну пожалуйста. В него никто не врезается вообще. Так, легкий здесь маршрут наебалово. Опа-па-па-па-па. Какие тоже, тут еще дрифт-машины вылетают? Тоже, не тоже, слезаем, тоже. По дороге, Леша. Я, ну я по дороге, все правильно. Я уже на повороте. Блять. На каком? На блядском. Я уже заезжаю. Блядь, а я на серпантин на такой, да? Как бы крюк даю. Вот, да, вот, я на нем и еду сейчас. Уебать. А, это рядом, Леха. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй.
Ну я в камень уже, я уже понимаю, что я тут не догоняю, блядь. Я в камень, я заехал, бау. Сука, ну разница 1.5 секунды, это мина. Ну ладно, он и на ламбе чуть-чуть быстрее приехал. Но вот хотя я быстрее забирал, где-то я тупанул с моментом, когда ставил маршрут. Надо было газануть, а я даже не газанул. Вот здесь я и просрал. Да, дрифтит, смотри, как реально дрифтит. Да, жестко. И плюс еще чел в меня врезался. Да, она нормальная такая, легендарная. Ну иди сюда. Ну, у меня тут момент был такой, что я еще заезжал на заправку. А я улетел на стройке. Примерно на то же время. Ну я там еще тебя ждал немножко, так что... А я тебя тоже. Большая совокупность различных... Давай совокупность, блядь. Миллион проиграл в совокупности этой, блядь. Ну ты, короче, ненормально. А мне нормально, мне хорошо, Лёха. Спасибо за игру. Давай, хлебушка и в лесу, как обычно. А ты что меня побрил? Почему я лысый стал? А ты им и был, плаки-плаки, блядь, пока. Хочешь на 100 тысяч баксов еще в кубики сыграть? У меня 200 осталось, отъебись. Ну ладно, ладно. Не повезло, не фартануло. Спасибо всем, господа, это изи бабки. Это изи дедушки.